Кто эти четверо? Случайно ли встретились в пути? Евгений Чепиков, Петр Дерюгин, Сергей Сермягин, Игорь Воронов. Два тенора, баритон, бас. Много лет их пути дороги лежат в одном направлении. В прошлом все были солистами Государственного академического русского хора СССР под руководством Свешникова. В настоящем представляют Пермскую филармонию. Старинный уральский город Соликамск – лишь один из пунктов их бесконечного гастрольного маршрута. Пластинки с записью квартета сразу же после выпуска становятся редкостью. Но стремлению познакомить слушателей с незаслуженно забытыми произведениями древнерусской музыки, открыть творчество крепостных композиторов, вновь и вновь зовет их в путь. Какими до боли родными и в то же время забытыми кажутся нам эти названия. Знаменный распев, партесное пение, духовный концерт, канты, виваты. Какой тайной скрыта от нас музыка эпохи Ивана Грозного и Петра Великого. Но ведь именно из форм церковной музыки родились многие ныне существующие музыкальные жанры. Возрождение прошлого. Не только приобщение к духовному миру наших предков. Это и обращение к душе современного человека, пробуждение в нем национального самосознания. Познавая свое прошлое, мы тем самым раздвигаем горизонты будущего.